Всем привет, ребят. Решил все-таки не пойти спать. Не идти спать. Это бить шестые кошмарки. Чтобы можно было спокойно поспать днем. Ну, такой вот наш состав неизменимый пока что. И мы дотащим до седьмых, я думаю. А там уже будем определяться, что делать дальше. Кого качать и кем проходить. Так, мы остановились на 6-4. Вот такая вот подземочка. Активируем тотемы здесь. Ускорялочка. Морозим. Кидаем всех, начиная с Анубиса. Щит. Усиление. И испытываем, как обычно, удачу. Так, у нас остался череп. Череп убил нашего хранителя, сволочь. Но Фрей его унизила. Шесть, четыре. Думаю, будет на 3 звезды. Вот так вот затащили. Нанимаем обратно юнитов. В шестых кошмарках уже надо побольше юнитов, чтобы обезвреживать тотемы. Так, есть. Побежали. 6-5. Интересная подземочка. Очень много обратки будет. Попробуем отсюда. С этой стороны. Так, Анубиса у нас разок уже слили. Разогнались. Самое главное, хотел сказать, не слить тыкву, но мы ее слили. Почти. Ладно, попробуем с другой стороны. Там очень хорошо мы попали на тотем. И как обычно, я забыл обезвредить тотемы, которые здесь есть. Я уже даже не помню, где они здесь, но сейчас что-то придумаем. Так, есть. Пополнить. 6-5. Так. Ну-ка проверим. Тут вроде нету. Давайте сделаем вот так. Раз, два. Начиная с Анубиса кинули всех. Сразу же получили возвратку из-за того, что Анубис долбит подряд всех. И спокойно перезаходим. Так. Давайте попробуем, знаете откуда? Давайте попробуем со стороны. Вот отсюда, где-то со стороны медузы. Хотя нет. Попробуем все-таки. Все-таки попробуем обратно снизу. Так, заморозили. Кидаем. Ну, тыковка. Самое главное, чтобы тыковка выжила. Ай-яй-яй, слили 29%. Опять добежали до центра. Хотя у нас живой ворожай. В принципе, тыковку слили. Так, ворожай, давай. Отхил. Самое главное, отхил Анубису дать. Из-за того, что на нем все башни.
Ну, думаю, на 50% мы должны затащить ее, если опять не нарвемся на какой-то неприятный тотем. Хотя, в принципе, затащим, затащим. Даже может и на 3. Сорок четыре. Череп. Тыковка. Ну, героев-то нету уже. 52%. Хорош. Минута 30. Так, минута 68. В принципе, там остались только несколько башен станящих. Вот только 3 возле ворожая, думаю, затащим. 1 минута осталась. Да, без проблем должны затащить. Плюс у нас еще приспешник бьет. Сейчас вверху быстренько разберемся. И за 50 секунд, думаю, они все добьют это все. Да. Ну, 3 звезды. Идем на 6-10. Так, 38 секунд. Да, добьем, добьем. Тыковка свое дело сделала сначала. Есть. 6, 5, 3 звезды. Нанимаем юнитов. Причем мы бегаем походу без гильдейской магии даже. Она закончилась, да. Так, 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 так. Интересная подземочка. Так, ну что, попробуем. Попробуем тут сбоку через медузу побежать. Не помню, здесь есть, нету. Не, вроде нету. Так, раз, два. Морозим, включаем и юнитами спамим, чтобы обратки сейчас летели по юнитах желательно, а не по героям. Так, Арктику. Арктику просрали. Обидно. Ну, да, не хватает чуть-чуть урона. Чуть-чуть слабовато. Не прошли криты. Делаем перезаход. Попробуем сейчас 2 казармы нанять. Так, ускорение, щит, Анубис, морозим всех, усиление, юниты по максимуму. Так, Арктику вроде заморозили здесь, но душики, душики, душики живые. И Гарпия, смотрю, тоже. Ай-яй-яй-яй. Так, Воржей. Хорош, 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 черепа надо слить. Черепа слить. Фрей, где ты? Все слило. Ну все, теперь вся надежда на ворожея, как обычно. Ворожей, конечно, у нас ушел отдельно вместе с Купидоном, причем Купидон жив. Ну, Тыковка у нас тут самая слабенькая по прокачке, ее слили.
Так, вот это мне не нравится, что на Фрейе очень много башенок. Будет очень обидно, если ее сольют. процента. Ну, думаю, мы тут сейчас все три не затащим, но на две точно должны затащить. Однозначно. 29. Да, 2 звезды будет, а вот насчет 3 звезд я не уверен. Не успеем просто. Но мы движемся к 6-10. Потом уже будем перепроходить. Да, есть 50%. Процентов 70, думаю, будет. Должно быть. А может и нет. Видите, очень много башен, которые станет проблемно. Нужен разгон, нужна тыква, очень много тотемов, которые мешают. Так, 59. Да, без тыковки тут сложно будет набрать 3 звезды. Шестьдесят четыре, 66. Не дотянем до 70, обидно. Так, есть на 2 звезды зафармили. Нам, в принципе, этого хватает, чтобы дальше пойти. Побежали дальше, нанимаем юнитов. Шесть семь. Так, смотрим, что тут у нас. Я уже не помню даже эти подземки. Так. Тут, по-моему, делает так. Раз, два. Разгонялся отсюда. А, тут тотем есть у нас. Все вспомнил. Тут тотем с медузой, который нам помешал. Ну-ка, интересно, затащим. Тут, в принципе, мало станичных башен. Думаю, 2 звезды точно сделаем, вот 3. Ну, я забыл за тотем, надо было его обезвредить. Ну, ничего страшного. 14%. Да, конечно, оно без грубой силы и с огненным доспехом просто топчик. Может, 3 звезды будет? Интересно. Минута осталась, 53% у нас уже есть. Да, думаю, все-таки не успеем на 3 звезды затащить. Ну, ничего страшного.
Так, ладно. Не будем смотреть, все равно это ничего не изменит. Подземочку затащили. Побежали дальше. Шесть, восемь. Так, тут где-то, по-моему, да, вот здесь два тотема. Попробуем так вот на вольте. Разогнались. Усиление. Так, юниты. Ну. Ай, попали на тотем с Арктикой. Хранитель слился, теква жива. Так, все, вроде писец нам. Да, ворожаи слились. Такое. Сейчас еще заходик. Очень много тотемов здесь. Конечно, лучше бегать с одержимым, но мы пока попробуем без одержимого. Так, Арасика активировали, Медузу активировали. Раз, два, морозим. Выпускаем всех. Усиление. Ну. Дракос долбит жестко. Блин, ну, слейте Дракоса. Так, слили Дракоса. Так, Медузу надо еще слить. Все, Медузу слили, Душика слили. Дед Мороз, череп остался. Ну, в принципе, должны затащить на две звезды, думаю, затащим. Самое главное добраться сесть до центра. Так, не понял, это у нас череп остался? Это что такое? Охренеть. Хорошо, что он хотя бы на вертолетиках у меня дальники. Это было бы печально, сейчас бы он просто всех разломал. Вот Фрей, еще один плюсик. Так, ой-ой-ой-ой. Ворожей отхил. Блин. Жестко все. Сейчас, если Фрея сольется и ворожей. Блин. Ой-ой-ой-ой. Да, придется перезаходить, походу. Минута. Интересно. Очень интересно. Двадцать 3% всего. Да, печально. Двадцать 5. Ну, дойдем мы до центральной башни или нет? Говорю, до центральной башни. Обидно. Двадцать 9%. 30, 32, 33, 36. Ратушу добейте, блин. Тридцать 48, 40. Все, 10 секунд. Блин, рада, чтоб добили, и было бы 50, думаю. 42, 43. Да, не хватило чуть-чуть нам на ратушу. Окей.
Да. Хороший был заходик, конечно, но, к сожалению. Чуть-чуть не хватило. Еще одну. Эх, обидно, обидно. Так, юниты есть, ускорялки, морозим, Анубис. Юниты пошли. Давай, 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 Анубис, бей. Да, блин. Ну. Жестко, жестко. Можно было бы сюда взять Деда Мороза, но он у нас не особо прокачанный. Так, это что-то я хрен сделал. Поехали дальше трешивать. 6-8. Тяжело оно нам дается немножко. Так, давайте сделаем наоборот. Морозим это щит. Начиная с Анубиса всех кидаем. Усиление. Так, вроде хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Ай-яй-яй, тыковка жива еще. Блин. Чуть-чуть. Хорошо так стояли, держались. Да, с Анубисом, конечно, тут сложно проходить. Сразу обратки летят. И всех наших юнитов просто роняют. Так, есть, набираем юнитов опять. Пум-пурум-пурум. Да, обидно, обидно, однако. Такой хороший заходик был. И времени не хватило немножко. Так, кто-то мы обезвредили. Ускорение это. Давайте попробуем так. Заморозка. Усиление. Так, услили. Так, Дракоса. Дракоса, Дракоса, Дракоса. Слили Вольта. Блин.
Ну, шансы есть. Так, череп. Череп, 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 нормально. Ух ты, там критует по черепу Фрея. Ну, тут должны мы уже затащить. 2 минуты. Ну, здесь уже Фрея будет жить. В основном урон идет, как видите, по ее воробьям. Голубям. Непонятно, как их назвать, но главное не по ней. 28. Двадцать девять, тридцать, 31, 34. Так, добрались до ратуши. Башен тут не особо много, поэтому тут по-любому затащим на 2 звезды. Так, ратушу долбите. 39. Сорок один. Минута осталась. Сорок семь, 49. Есть 50. Можно выходить. 6-8 затащили. Попробуем трешануть 6-9 без юнитов. Ой, да это что-то я. Ну ладно, попробуем. Раз, два, два, три, три. Блин. Магия. Это все магия, ребята. Так, дракона не убили. Все, это слив. А может и не слив? Нет, слив. Это слив. Ки. Окей, еще перезаходик. Возьмем все-таки юнитов, потому что у нас очень сильно станет героев. С новым талантиком, конечно, было бы поярче на Анубисе это все. Думаю. Он бы не станет, а там 10 секунд просто бы жестко отжигал. Так, есть. Берем юнитов. Пол пятого утра, а я переночу кошмарки на китайке. Это жесть. 6-9. 6-9. Тут нету, по-моему, тотемов, если я не ошибаюсь. Да, тут все нормально. Так, раз, два, три. Заморозили усиление и сразу юнитами спамим. Единственная тут проблема может быть череп. Хотя нормально, мы на череп разогнались. Отлично, просто отлично. Все. Вся подземочка пустая. Сейчас, если тыковка не сольется, на 3 затащим. Да, должны на 3 затащить. 23. Так, где тыква? Вот, все, она дала разгон. Зацепилась, ворожей подхилил. Нормально. Давай, 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 цепляйся еще разок. Видите, тыква стоит. Стан, 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 стан. Вот, нормально пошла. Хорош, хорош. Ну все, тут будет по-любому уже 3 звезды. Та-та-та-та. Все, ребят. Идем к финишной черте на сегодня. 6-10. 6-10. А у нас нету золота.
Так, поехали так, трешанем. 6-10. Ой, я что-то завтыкал, это не та немножко подземка, трешанем говорю. Хрен, мы тут сейчас так трешанем, придется нам все-таки перепроходить ее другим составом. Потому что мы сейчас тут ни хрена не успеем, не сможем сделать. Все, тыкву нашу слили. Надо тут надо чуть-чуть другой состав. Стоят еще, держатся против этих демонов. Жесть просто. Хорошо, на этом закончим. Завтра уже пройдем 6-10. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.